Здравствуйте, уважаемые болельщики! Вы смотрите центральный матч сезона. Матч, которого все ждут, в общем-то, всегда, но сейчас особенно. Сегодня что-то должно случиться. Все эти дни только и говорили об этой встрече. Вот посмотрим после, что... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! В нападении команда правых. Александр Сакун. Образцовая контра. Она вообще не останавливалась. Ну, может быть, пас в центре поля, справа в центр. Чуть-чуть осторожно от лучшего. Но, вы знаете, на самом деле время там тоже не было потери. Пас на вратаря. Оп! Итак, голевой момент. Что, сейчас на шалах пока что 0-0. Команды, в принципе, равные. Моментов, кстати, было поровну, но все мимо ворот. Пару раз работал наш воротник Сашко Малёв. Все, теперь у нас матч. Время. Что вы можете сказать? Безголевая ситуация, времени нет. Извините, пожалуйста, господа. Вот это да! Такая лепота! Я никогда не видел ничего подобного. Я не уверен, что я еще раз это увижу. Ох, как хорошо обыгрывает Сеш. Какой дриблинг красивый. Гол! 1-0! 1-0! Ладно, друзья мои. Вот на этом перерыв. 1-1. Саша идет за мячом. Что ты, блядь, снимаешь? Не получается, там репортеришка. Что, блядь, надо? Да, проигрываем, и что, блядь? Что такое? Стандартная ситуация. Ну-ка, давайте посмотрим, уважаемые друзья, что произойдет. Подача. Нарушает нормальник вообще, что это? Марадона. Я не видел лучшего футбола. Никогда в жизни. Здесь просто каждое игровое действие было совершенно гигантское. Каждое. Браво. Эти кто-то перерывали атаку, перерывали атаку. Пробивается пенальти. Итак. Мы же забивали. Yes! Получи, как вот бывает в футболе. Как так бывает? Потрясающе, а? Просыпайтесь все, кто уже заснул. Итак, пробивается пенальти. Ля-ля-ля! Это покруче, чем Челси Ливерпуль 4-4. Он говорит, папа, это, говорит, всего лишь проиграна битва. Война еще впереди, по осени будем считать очки. Вы знаете, вы сами все знаете. Играйте в футбол, для вас работа на себе.